Друзья, всем привет. Вот такую ружбаечку приобрел я себе. Сегодня хочу провести испытание. Приехал на очень интересное место, которое я никому не рассказываю. Попробуем взять сегодня сазанов. Может, получится взять трофейного толстолобика, ну, или щуку. Но посмотрим, как работает эта машина. Погнали! Еду домой. В принципе, охота удалась. Взял хороших сазанов. Насчет ружья скажу, очень мощное ружье. Меня впечатлило оно. Пробил одного сазана.
То есть первую чешую пробил, на вылет пробил чешую, еще и ветку пробил пополам. Впечатляет, честно говоря, хотя закачка там 20-22 стоит. По прозраку мутновато, как обычно. Пришлось много нырять, искать рыбу. Плавал где-то часов 5, наверное, может чуть больше. Ну не зря, проверил ружье. Единственное, рукоять пока непривычная. Будем привыкать. Сейчас еще ехать километров 80-90. Ну ладно, оно того стоило. Надоело стрелять некрупную рыбу на реке. Что-то река не радует особо. А вот прутик-то мой секретный порадовал меня. Ну, друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем хорошей охоты, друзья!